Армянский ювелир привез в Ереван золотую медаль Медичи. Эту награду вручают лучшим художникам на Флорентийской биеннале, одной из самых престижных выставок современного искусства. С Нуром Давтяном познакомилась Нона Оганесян. Всемирную славу Нуру Давтяну принесла муха. Насекомое-трансформер из бронзы и топазов покорила сердца европейцев. Ювелир говорит, хотел показать, как видит мир муха, которую многие считают назойливой. Легким движением руки она превращается в очки. Для того, чтобы научиться посредством этой мухи, научиться полюбить то, что мы ненавидим, нужно взять эту муху и посмотреть на мир ее глазами. Муху Нур придумал несколько лет назад, специально для биеннале во Флоренции. Но выставлять не торопился, ждал удобного момента. Все совпало в этом году. Его насекомое идеально вписалось в тему «Земля и природа». Мне важно было проверить ее актуальность на время. То есть есть работы, которые вот сегодня они актуальны, модны, завтра они перестают быть интересны. Да? А есть работы, которые, вот если они есть, то они есть навсегда. Мне нужно было 10 лет, чтобы проверить на настоящность этой работы. Работы Нура есть во многих частных коллекциях, в том числе у знаменитостей, у певицы Шер. Флорентийская награда позволит ювелиру показать себя широкой публике. Он талантлив. Талантлив в очень многих областях. Он талантливый артист, талантливый дизайнер. Делает работы, начиная от ювелирных изделий, заканчивая малыми архитектурными формами. Сейчас Нур Давтян ждет возвращения второго экспоната выставки на родину. Он будет показан в Армении, а затем отправится покорять другие страны. Нона Оганесян, Эмин Авакян, Мир 24. Вторая часть работы дизайнера еще находится в Италии. Это трехметровая скульптура, которая называется «Муха-эволюция». В Армению скульптуру привезут через 3 недели.